Гастер, послушай меня. Тебе нужно успокоиться и избавиться от этой штуки. Хорошо? Я не знаю, как. Эй, Гастер! Тебе пришло письмо от кое-кого. Но так как тебя здесь не было, это откуда-то дал у вас гору. Вот я решил, что следует тебе об этом рассказать. Ты случаем не знаешь, где Асгор сейчас? Не! Хотя, если подумать, скорее всего, он наверху с Роем. Тренируется. Эй, здоровяк! Это мне? Верно. Держи. Я рад, что ты добрался целости и сохранности, Гастер. Чаю? Пожалуй, да. Было бы неплохо. Как ты? Я слышал, ты живешь с людьми из света магов. Все хорошо, отец. Мы прекрасно ладим. Я счастлив. Вот и славно. Ты способен на все, когда стараешься и прилагаешь усилия. Неудивительно, что так зажился с членами светомагов. Оу. Благодарю. А у вас, отец, все хорошо? Достаточно хорошо. Я делаю все возможное для тех, кому служу. Это приносит определенное удовлетворение. Это хорошо, я полагаю. Насчет мисс Джун и ее семьи. Никогда не забуду, как они отняли у меня мою прежнюю должность военного лидера. Я помню ее. Она птица-монстр, обладающий хромомагией, такой же, как у вас, отец. И как у тебя. Довольно пустых отговоров. Ты занял титул королевского ученого, но я слышал, что дело не только в этом. Вы правы. Совет магов сейчас нуждается в магии храбрости, поэтому мы со Сгором оба прилагаем все возможные усилия, чтобы помочь, когда это требуется. Превосходно. Совет защищает и обороняет слабых от сильных мира сего, которые могут ему навредить. И ты, Гастер, сильнейший в этом совете. Благодарю. Я уверен, что не хочешь, чтобы твои друзья пострадали, если вдруг им понадобится твоя помощь в бою. Так ты тренируешь свою магию? Да, тренирую. Замечательно. Прости меня, если я слишком многого требую, но не мог бы ты показать мне, чему ты научился? Конечно, отец. Начнем с базовых упражнений. Ничего сложного. Ты обладаешь магией всех черт, Гастер. Как и я. Я бы хотел, чтобы ты сконцентрировался на своей магии и на том, что способен вершить с помощью нее. Любое твое движение делает тебя уязвимой целью. Стоя на месте и используй свою магию. Отражаемые атаки только своими собственными. И не позволяй моей магии достичь дерева позади тебя. Хорошо. Начнем.
Почти справился. Ты двинулся. Прости. Еще раз. В тот момент, когда ты закрыл глаза, я мог бы запросто поразить тебя второй атакой. Прости. Опять. Все хорошо, Гастер. Ты привык сражаться с магами, обладающими одной чертой. Я же могу использовать все 7 сразу. Я знаю, это тяжело, но я верю в тебя. Ты способен блокировать любую мою атаку. Хорошо. Я выложусь по полной, отец. Не в моем стиле. Это должно быть проще простого для тебя, но ты едва справляешься. Жаль, что ты не хочешь приложить никаких усилий. Отец, мы уже говорили на эту тему. Монстр, которым ты хочешь меня видеть, вовсе не тот, кем хочу стать я. Неужели? Гастер, ты член Совета Магов. Жизни твоих друзей зависят от тебя. Монстр, которым я хочу, чтобы ты стал, смог бы защитить их. А тот, кем хочешь стать ты, просто беспомощно стоял бы и смотрел, как они все умирают. Ты же хочешь что-то сказать? Ну же, говори. Я сказал... Говори! Ответь мне. Я и вправду хочу защитить своих друзей. Но я хочу сделать это другим способом. Другим способом? Думаю, ты не совсем понимаешь. Считаешь мой способ слишком жесток? Мир жесток, Гастер. Ты умрешь, если найдешь в себе достаточно сил, чтобы сражаться. Я лишь показываю то, что ждет тебя в будущем. Будешь ли ты сражен, или же ты решишь сопротивляться? Защищайся! Неужели ты и правда все, на что ты способен? Когда твои друзья из Совета умрут, это произойдет лишь потому, что ты не смог их защитить. С меня довольно. Ты не любишь меня, отец. Ты просто хочешь, чтобы я стал таким же жестоким, как и ты. С меня достаточно. С меня и правда. Хватит! Ну, наконец-то! Вот он, твой боевой дух! Ну же, Гастер! Что ты делаешь? Сражайся! Разве ты не этого хотел? Возненавидь меня. Убей меня. Стань монстром, которым я знаю, ты можешь быть. Убить вас? Нет. Я просто хочу, чтобы вы любили меня в ответ.
Понятно. Не знаю, где я ошибся, пока воспитывал тебя. Но ты мог быть сильней. Намного сильней. Пока ты не найдешь способ совладать с монстром внутри себя, сын мой, ты никогда не станешь воином. Отец! Я больше не буду просить тебя навестить меня. Если ты хочешь стать чем-то большим, ты сам найдешь меня.